Потерялась. Что-то Угу. случилось. А что-то выбило как-то почему-то. Вот. И поэтому через первую чакру ты закручиваешь все свои чакры, и они открываются, из-за этого повышается твоя энергетика и повышается твоя духовность. Все. Без материального духовность это фигня, если честно тебе скажу. Вот эта духовность голой жопы, это знаешь, это, ну, это не сейчас, это не сегодня. Это где-то на Гуа ты можешь сидеть, кушать бананы и все. Тебе ничего не надо. Упал кокос, вот сегодня ем. Не упал, ну и нахер не надо. Понимаешь? Здорово. Вот знаете, Игорь, как только вы появились в моем эфире и вообще, все, что бы вы ни говорили, особенно вот такой вот короткий прямой эфир был про таланты, это вот прям каждое слово откликается, вот каждое слово я прям с такой жадностью впитываю, я прям офигеваю, как это все мне близко и как этого я хочу всего. По Здорово. поводу талантов, я тоже подумывала, может быть, ну, я давно уже задавалась этим вопросом, чем бы я еще хотела бы заниматься. То, что я сейчас делаю, это я знаю, то, что, потому что мне приносит хороший доход, и я могу себя прокормить без проблем. Но я думала, насколько я всего этого хочу. Вот где это мерилово? Мерила, Да. смотри. Это же твой бизнес, которым ты сейчас занимаешься. Угу. И поэтому ты должна этот бизнес развить его так, чтобы он приносил тебе доход, но немножко отдельно без тебя. Такого не может быть пока сейчас. До этого еще не Ну доросла. вот. Тогда нужно тебе немножко времени ускориться, через год-два ты сможешь это сделать. И потом занимайся хоть чем. Или вот думаю, не глупо ли это менять коней на переправе, если я еще чем-то увлекусь? Ты можешь еще чем-то увлечься, но параллелить тогда. Ты можешь параллелить. Параллелить. Угу. А то ты получишься, как я. Это знаешь анекдот про предпринимателя? Я тебе расскажу. Ты, там он очень пошлый, но он очень такой, там в нем очень много чего связано, и ты сейчас, ну, поймешь. Два друга закончили вместе университет, встречаются там через лет 5. И один другого спрашивает, ты чем занимаешься? Он говорит, знаешь, я вот в компании работаю, в крупной, я вот менеджер среднего звена сейчас, и сейчас моя карьера идет в гору, через лет 5 я буду топом, и, ну, в общем, жизнь, ну, вот так живу. А ты чем занимаешься? Он говорит, ты знаешь, я тут так подумал, после университета не устроился сразу, и вот помыкался по этому, и решил открыть публичный дом. Ну, рынок изучил, есть спрос, открыл публичный дом, и как бы, ну, и все. Он говорит, как публичный дом? Ну, вот публичный дом. Теперь я предприниматель, сам за себя отвечаю, короче, живу спокойно. Он говорит, ну, окей. А какие позиции в прайсе, там, конкуренты или цены? Он говорит, ты знаешь, анал 100, орал 50. А другие позиции в прайсе? Ну, других позиций в прайсе нет, потому что я же стартапер, один работаю. О май гад. Делегируй. А то будешь как тот стартапер одна работать, поняла? Может быть, мне тогда девочек на взять в свой публичный дом побольше. И А то прайс позиции расширить. в прайсе будет меньше, да. Это да. Поэтому надо какие-то вещи делегировать, иначе твой бизнес тебя начинает сжирать. Вот, уже не раз ходила на различные. О! Так, о, у тебя аж вот так все падает там. Да, ходила на различные тренинги по мастер-классам. Особенно мне нравится сейчас стратегия Аяза Шабудинова. Я без ума от него. Но я никак не могу понять, как это все перенести на свой доход. Как это вообще сделать, чтобы... Смотри. Потому что были моменты, когда я болела несколько месяцев, и все встало.
То есть я лишилась дохода. И я тогда задумалась, если будет какой-то форс-мажор, весь доход спадет на нет. Поэтому у тебя должна быть финансовая подушка, накопление отдельное. Поэтому, пока ты молодая и красивая, надо сейчас зарабатывать много-много денег. А вот еще один... финансовую подушку. Еще один момент. Я молодая и красивая. Должна ли я сама себе купить эти серьги? У меня появилась такая тоже мысль. Смотри, ты, короче, если мы же сейчас говорим о твоем бизнесе, а не о его бизнесе, правильно? Ну, я имею в виду про эти серьги. Потому что у меня еще одна появилась мысль, что я раньше не позволяла себе получать подарки от мужчин. Я считала, что это неправильно с моей стороны, и я буду обязанной чем-то этому мужчине, который проявил внимание. И поэтому я всячески это пресекала. А теперь я думаю, если мне подкатит такой подарочек за такую сумму, это явно облегчит мои эти финансы расслабит. Короче, еще раз я тебе говорю, в кредит не надо. Это кредит, он удешевляет ту позицию, которую ты берешь, и работы никакой не происходит. По поводу мужчины, по поводу мужчины тебе подарит. Мужчина, если подарит, и ты сможешь его вдохновить, пусть он тебе подарит вторые серьги. Поняла? Так как я сейчас работаю с тобой, мы говорим про твой бизнес, ты покупаешь серьги за свои деньги. Это первое. Второе. Нельзя себя ослабевать. Многие говорят вот так. Ой, я же женщина, давай я не буду работать, а пусть он зарабатывает. И садится на жопу, да, такая? Ну и что? В оконцовке ни мужа, ни мужика, ни бизнеса. Да, это сильно отупляет человека. В любом разе, я считаю, что женщина, ну, хоть какое дело, хоть там, я не знаю, там, вязание или, я не знаю, зубочистками должна заниматься, хоть какой-нибудь херней, но должна заниматься, которая ее, ну, хотя бы может прокормить. Теперь смотри, ты зарабатываешь, чем больше ты будешь зарабатывать, да, вот ты смотри, при том, что ты сама работаешь, у тебя не произошло вот этого вот, как его, ты, короче, не омужичилась. Да? У тебя мужской энергии не так много. А я считаю, наоборот, я такая. Нет. И поэтому в тебе, в принципе, это не во вред. Это первое. Второе, если ты будешь сильно и много зарабатывать, придет мужчина, который зарабатывает больше, чем ты. Чуть-чуть подвисла, не расслышала. Еще раз. Чем больше ты будешь зарабатывать, тем придет сильнее мужчина, и он будет зарабатывать больше, чем ты. И все. Круто. Поняла? Круто. Не надо снижать свой доход для того, чтобы быть доступной для всех. Угу. Поняла? Это первое. Второе. В первобытном строе, вспоминай, Женщина училась бегать быстрее всех. Для чего? Чем быстрее бежит женщина, тем что происходит? Ну, это, я считаю, наверное, инстинкт самосохранения? Нет. Ну, чтобы убежать от опасностей? Ага, и еще? Чтобы убежать от кого еще? Уцелеть? Еще? Вы хотите сказать от мужика, что ли, убежать? Да. Да, а почему ты... надо от него убегать? Подожди, почему надо от него убегать, скажи. О? Зачем женщине надо было от него убегать? Для чего ей надо быстро бегать? Думай, дыши глубоко только. Я научилась быстро бегать, чтобы, наоборот, догонять их. Теперь... Смотри, догонит самый сильный. Но то, что женщина... Кто слабо бегает, их чмокают только ему не попадя, понимаешь? А та, кто сильный, ее догоняет только сильный. Все. Она недоступна. А если никто не может догнать в моем случае?
У тебя мания величия тогда. Возможно. У тебя тогда величие. Мания. Понимаешь, ты тогда просто, ты сразу априори решаешь за мужчину, что мужчин других не бывает. Все. Мужчина только слабее меня, и поэтому я догоняю не их, а не они меня. Ну, заметила за собой, что мне начало нравиться самой делать первый шаг, проявлять внимание в мужскую сторону. То есть раньше я всегда ожидала этого и от мужчины, и выбирала, да, буду ли я там встречаться или нет. Сейчас я сама за ними гоняюсь. Смотри, вообще, если по секрету скажу, всегда женщина первая делает первый шаг. Хоть у кого спроси. Да, я раньше по-другому думала. Ты всегда выбираешь. Всегда выбирает мужчину женщина. И есть, да, с этим соглашусь. Есть здесь доля правды, в которой укладывается у меня сознание. Ты его только принимаешь или не принимаешь, все. Конечно, он будет там тебя там домогаться, будет этот. Есть мужчины, которым проще дать, чем объяснять, почему нет. Проходили такое. Но в основном получается так, что женщина только позволяет, да? Приближает или отпускает. Очень редко, когда за мужиком бегают, и он такой, нет, тебя не хочу я. Ну, не сегодня, да, там. Да, конечно, но это, оказывается, так сильно заводит, и я думаю, потому что мои девочки, подруги близкие, говорят, вот, говорит, ты такая, говорит, мужланка стала, говорит, это во всем у тебя проявляется. Ты такая, говорит, стала грубая, говорит, жесткая, одеваешься, говорит, как мужик, торчишь все время в своей тренажерке. Это про тебя сейчас? Да, я думаю, может быть, действительно что-то я перегибаю. И ты, короче, этот, они тебе точно подруги? Они просто не так сильно завидуют, и ничего с ними происходит. Ну, я так близко это к сердцу восприняла. Я тебе так скажу, здесь эфир смотрит человек 600, наверное, за сутки. И ты там понравилась всем. Вот последние два эфира, они, ну, говорят про тебя, еще одну родись, которая смеялась, про вас двоих постоянно спрашивают. Понимаешь? Айнуры рулят. Ты прям цепляешь, поэтому, ну, это же хорошо. А своим подругам скажи, пусть молча завидуют, не знаю. Они тоже хотят тренажерку, просто, ну, сил не хватает. Ну, я действительно посмотрела на себя со стороны, что я часто одеваю штаны. Там, знаешь, дорогая, ты живешь в Астане. Там штаны надо носить 9 месяцев в году. Это точно. Другое дело, если ты приходишь на корпоративный вечер или на Новый год, и ты приходишь в штанах, то, конечно, у тебя что-то с головой. Да, я могу. Да. Сейчас. Да, я перестала задумываться, заморачиваться об одежде. Главное, я сейчас ставлю на первое место свой комфорт. Как я себя хорошо, удобно чувствую. Вот так, давай вот так, смотри. Ты покупаешь за 1,5 миллиона себе серьги, и ты хоть в трусах ходи. А я думала, у меня весной на следующий год будет выступление мое первое. Я, кстати, тоже об этом сильно переживаю, и у меня есть страх, что я не успею подготовить форму. Выступление чего? Фитнес-бикини. Это мое первое выступление, и я тоже после одного тренинга решилась это сделать, решила испытать себя. Сейчас идет процесс массонабора, конечно же, но у меня такой жуткий страх иногда бывает. Мне по ночам иногда снятся кошмары, что я потолстела и не смогла этого сделать. Это меня напрягает немного. Ну как немного? Много.
И Иди. я думаю, а если я сделаю все-таки это, вынесу форму на сцену, я буду в купальнике и в этих серьгах, только в них ходить по городу. Да, ты будешь не спать. Просто ты когда за 1,5 миллиона поверишь все серьги, ты не будешь их снимать вообще ни на минуту. А если будет охота их убрать куда-то и где подставить подсветку и на них смотреть, ты должна их носить. Вещи, которые ты такие покупаешь для растяжки, для тренировки, их надо носить. Потому что многие делают так. Они покупают какую-то вещь, ложат ее куда-то в шкаф и не носят потом 2 года. В этот период цена девальвирует этой вещи до твоей нормы. И ты их потом одеваешь. И тогда это деньги просто выкинутые на ветер. А Понимаешь? вот Поэтому и купишь, носи. такой на 500 мы еще более-менее как-то рассчитывали. А 1,5 ляма это ведь, ну это Полтора вообще ляма будет тебя как-то. цепляет только то, что тебе нужно. 500 тебя, значит, бы не зацепило. И вот когда я вам еще в магазине звонила, я говорила, что у меня будет чувство вины, но не то, что будет, оно есть, у меня уже 100-500 раз. И есть моя любимая племяшка, мы недавно купили дом, и его нужно полностью обустраивать, и практически нет мебели. И я должна была купить ей спальню красивую, Не должна кожаную. была. Уже не должна. У нее есть родители, сами справятся. Я думаю, если они узнают там за такую сумму, что я себе взяла всего лишь сережки, когда можно было там 2-3 комнаты обставить от и до. Мне кажется, меня это спасет. Дорогая, похер вообще. Вообще плевать. Я с собой, когда это сделал, да? И когда у меня папа узнал, я думал, честно, что реакция отца будет, что он меня, ну, просто убьет. Он знаешь, что сказал? Я никогда в жизни, наверное, уже больше таких эмоций не испытаю, как ты. Это был лучший его ответ, потому что я ждал другой реакции. Он советский человек, и я думал, он будет нахера, ты столько денег просрал, там этот. А он вот он просто на это смотрел. Мне в глаза на эту вещь и сказал вот такую фразу, что я таких эмоций никогда не испытаю уже. Я ему Обалдеть. говорю, почему? А потом он на меня смотрит, такой, ну потому что уже все. А вот мой отец, Поэтому. я даже не представляю, как он отреагирует. Он такой У него ты. сдержанный и строгих правил человек. Но в отношении меня, вот я недавно говорила, да, что я завела Инстаграм, и когда нужно говорить там тост при застольях или еще что-нибудь, там по очередности и важности доходит до меня слово, я говорю при всех, говорю, ставьте лайки, подписывайтесь, все. Он вообще все сидят такие, о май гад, что она несет? Как она вообще осмелилась такое сказать при всех? И он потом говорит, ну ладно, говорит, а Манжур сын говорит, лишь бы, говорит, здоровая была, как это, смотрят, как типа, ну ладно, а если я это сделаю, то они вообще скажут, помешалась. Нет, ты молодец. В общем, ты покупай, прям покупай. Не затягивай. Ты сейчас цель себе поставила, заработай деньги на Новый год и купи. Да, буду, конечно же, работать. А вот заметила еще во время всего нашего разговора, у меня такое волнение вот здесь вот в груди. Необычное тоже. Это такое приятное ощущение. Ну, мы же работаем. Это же энергия. И Вот ты вот. смотри. Сейчас. Я кайфую от вас. Я поражаюсь, что это даже через экран передается. Ты можешь, смотри, вот глаза закрой. Глубокий вдох сделай. Ты сейчас почувствуешь, смотри.
Просто обалдеть. Прям говорить, да? Прям говори. Обалденное такое состояние. Вот прям, когда при... Бывает же прелюдия. Вот такое вот сравнимо. Такое возбужденно-волнительное состояние. А теперь еще чуть подыши. И тебе будет прям не прелюдия, а чуть дальше. Я это уже предчувствую. Я думала говорить, не говорить, но там стало это. Да, не откажусь от такого кайфа. Давай, вдох. Глубже. Снова нос пробивается, и я заметила, все эти ночи я сплю хорошо и дышу носом. Такого не было уже давно. И выдох. Кайфануло? Хорошо. Выдыхай, выдыхай. Что, плакать охота или что? Покурить. Ага. Хотя я давно это дело бросила. Знаете, такая... Бывает же, когда... Наверное, каждый такой испытывал кайф от такого любимого своего человека или такого, которого он вожделел, и во время этой прелюдии, когда чувствуется все это дыхание, когда должно что ли страшно дышать, прям и делать вдох, выдох, прям каждый, наверное, этот вдыхаемый, каждая составляющая кислорода, наверное, чувствуется, каждая клеточка тела это чувствует. Но вот что хочу сказать. Как я начала заниматься спортом, я начала чувствовать свое тело. У меня никогда не было связи со своим телом. И все больше и больше меня распирает, тянет, наверное, на какие-то новые сексуальные познания, ощущения. И мне кажется иногда, что я стала на них помешана. Но да, действительно, я часто об этом думаю. Большую часть, наверное, времени. Потому что
Я никогда не испытывала таких эмоций, ощущений, особенно ощущений. Это вот прям космос, прям улетаю в запределье какой-то. И вот сейчас тоже это такое приятное состояние, приятное, настолько Ну, здорово. приятное, легкое. Я чувствую себя перышком. Хорошо. И где такая приятная дрожь. Ты прям интригуешь всех. Что произошло там у них? Оу? Ага. Я его интригуешь прям всех. Ну, есть такое дело. Я тоже в своих где-то в второй или третий пост я там отметила психолога, сексолога Ирина Ким. Она здесь в Астане принимает, и я у нее к ней ходила, потому что меня начали беспокоить эти мои все сексуальные порывы. Я считала, начала воспринимать себя озабоченной. И после нескольких проработок тоже все хорошо пошло. И она меня разрешила. Разрешила мне воспринимать меня такой, какой я есть. Не блокировать свои хочухи и порывы какие-то. Потому что она сказала, а где этот тот критерий, параграф, который определяет, что да, это норма. Это норма там, я не знаю, молчать о своих фантазиях, о своих желаниях и блюсти там такой образ Мадонны, что вот это вот правильно, а все остальное нет. И то есть она мне немножко расширила мои эти Ну, правильно, пределы. что? А вы как думаете, это Эталон взятого нормально еще не или... обозначен, поэтому да пофиг вообще. О? Эталон взятого еще не, никто не обозначал, поэтому какая разница? Вы это так называете, считаете? Я считаю, знаешь, это помнишь, этот песня была, я не помню у кого, «Все мы бабы стервы, милый, кто, что с тобой? Кто у нас не первый, тот у нас второй». Помню. Ну вот. Это твое личное дело. Конечно же, я тем более в таком возрасте уже что взрослая девочка уже считаю. Взрослая самостоятельная женщина, берущая ответственность за свои поступки и действия. Но хотела бы сказать, откуда это проснулось во мне? Может быть, у меня Это тоже я не знаю, есть это где-то над чем ты, поработать? Может быть, у ты меня какой-то... метаболизм где-то ускорила, и поэтому. Или, может, просто до этого никаких ощущений не было, а тут ты раз испытала и башню сорвала. Может, так, я не знаю. То есть, надо мне над чем-то работать? Надо ли это убирать? Это Или... не надо убирать, это надо просто принять и все. Так есть, и ну, я думаю, что полстраны завидуют просто твоему этому ощущению таким. И, конечно же, я сейчас не знаю, насколько это подходящий формат, но я бы об этом бы говорила все время, потому что в этот момент и вообще я нахожусь всегда в таком кайфовом состоянии, когда словно мое тело разделилось на тысячи тысячи айнурочек, и они все кайфуют одновременно. Ну все, значит, тебе этот опыт нужен и кайфуй. Пусть Айнуры кайфуют. Ну, немножечко пугает меня все-таки эта моя страсть. Не знаю, по-моему, норма. Это же хорошо. Это оно, во-первых, есть не у всех, потом это со временем, ну, может угаснуть. Поэтому максимально это еще попытайся сохранить это состояние.
когда начинаю ближе заходить на такие разговоры со своими знакомыми. Ну, знаешь, вот об этом я бы не знаю, насколько это стоит это так озвучивать, да? Ну, допустим, знакомым особенно. Это ладно, здесь в эфире ты можешь про это сказать, и как-то это, да? Но знакомым, особенно подругам, они тебя всегда осудят. Я потом начинаю, наверное, сжимать, сковывать и... Смотри, не надо людям говорить то, чего они не хотят слышать. Просто не стоит. Если у них блоки стоят, и они этому сопротивляются, то лучше про это с ними не говорить. Если люди готовы это слышать, значит, ты с ними обсуждаешь, и все. Тоже себя этому учу. Если меня ни о чем не спрашивают, даже чтобы я какой-то совет дала или рекомендацию. Лучше не говори. Да. Потому что, смотри, я когда начал вот этим всем заниматься, мне казалось, что это всем нравится. Я говорил про это всем вокруг, но сегодня я понимаю, что, наверное, ну, никакого смысла не было. Но я оттачивал свой навык введения там вот это все, но людям было не нужно. Меня перестали звать на день рождения, понимаешь? Но уже опасались звать на день рождения, на какие-то праздники, потому что все заканчивалось вот этими слезами и блевотиной, там еще чем-то. То есть я всех вытаскивал на это. Поэтому, я думаю, не стоит так делать. Особенно у тебя такая тема, что она табуированная у нас. И ну, не стоит, ну, не надо навязывать, наверное, просто людям. Вот, и в наш первый эфир я была поражена, с какой точностью вы ткнули сразу там после первой или второй минуты разговора в отношении с матерью, над чем мне нужно поработать. И да, и я, когда начинаю ей это рассказывать, она говорит, Коши, Коши, или еще что-нибудь говорит. Нельзя такое говорить. А мне хочется, чтобы это все-таки же моя мама, мне хочется, чтобы она тоже была со мной на одной волне. Я ей начинаю что-то говорить насчет этой темы или каких-то ощущений, или даже новых поз. Я там и даже свои 3 копейки вставляю в их спальню. Она сразу говорит, хочешь, говорит, сейчас, говорит, отец услышит тебе, влетит, говорит. Ну, не понял, ты с родителями живешь? Нет. А, ну все, ладно. Но то, что я хочу, чтобы наладить отношения с матерью, ближе быть, но я думаю, насколько это надо. И когда не она надо, такие разговоры многие мои пресекает... Тебе не надо, еще раз, тебе не надо с ней налаживать отношения еще ближе. У вас и так там не пойми, что творится в отношениях. Тебе надо ее простить просто и принять ее, понимаешь? Тебе не надо ее переделывать, тебе надо ее простить. А вот за что мне ее прощать? Я не знаю, ты письма прощения будешь писать, вспомнишь. Да? Угу. Мне наоборот, она кажется, что она маленькая девочка, что мне вот нужно о ней заботиться, и мне ее не нужно надо, они... защищать. Смотри, ты не можешь выстроить отношения с мужчиной, и ты хочешь заботиться о своей маме. При этом тебе кажется, что твой папа не может заботиться о ней. Мне иногда ты, кажется... Еще раз. Ты заботу о маме перенесешь на себя, папа останется не у дел. Это верно. И у вас будут с мамой отношения, а папа умрет рано. Вот нахрена тебе это надо? Конечно, не надо. Вот не надо. Оставь их в покое и маму тоже. Вместе с папой. Вот недавно только начала себя приучать не влазить в их в разборки, когда у них бывает... Наверное, их отношения, это их отношения, а ты найди себе мужчину, с которым выстроишь отношения, и тогда ты перестанешь привязываться к маме, и все. Вот, отец и говорит, найди себе жертву и делай с ним что хочешь, говорит, а мою, говорит, мать говорит, мою женщину, говорит, не трогай. Вот, я тебе то же самое говорю, у тебя умный папа, слушай его. Вот. Ну, про жертву я не знаю, ты что такая,
Что ты с ними там делаешь, что они тебе говорят жертву на это? Прям говорить, да? Он как этот француз Гардемарин, иногда выползает, а ты его за ногу обратно. Из бани, помнишь, он вылазил? Ну, я очень хочу, чтобы это не было у меня такого. Не хочу, чтобы меня боялись мужчины. Что ты напугать-то можешь? Ну, конечно, я знаю, что когда есть у женщины нерешенные вопросы, это всегда отталкивает мужчину, я думаю. Когда она в сомнениях. А у меня иногда бывает, распирает меня. То я хочу этим заниматься, то этим, то туда надо, то сюда надо. И у меня еще накопилось 100-500 дел отложек различных, различных каких-то своих новых проектов. И я думаю, вот еще сюда подзаработаю, то буду делать, потом еще что-то пятое, десятое. И эти отложки у меня пополняются и пополняются. Ну, это незавершенные дела? Да, я их хочу почистить, потому что иногда я ночью просыпаюсь от мысли от того, что, что я там этот, вспомнила, как будет называться мой какой-то там курс или еще что-нибудь. И я понимаю, что задолбалась уже, копится эта херня у меня в голове, надо почистить это все, убрать. Либо отказаться от всего, что я этого всего не буду делать, либо уже что-то взять да сделать. А на это, как всегда, я не знаю, руки не доходят. У меня первым делом стоит первоочередный мой доход, и все. Лишь бы, лишь бы. А плюс сейчас еще тренировки появились, что мне очень сильно хочется попробовать себя на сцене. Очень, очень, очень. И иногда хорошо. После тренировки я вся такая вымотанная, и настолько сейчас я это люблю, потому что такой кайф от этого получаю, что ставлю на первое место. И я лучше работать в этот день не буду, но тренировку ни за что не пропущу. Но они меня выматывают. Я помните, говорила, да, что с помощью тренировок я выпускаю свои эмоции. Агрессию и, возможно, какую-то, допустим, если я недополучаю сексуальную неудовлетворенность, или потому что я замечаю, что не каждый может и не то, что я не знаю, быть в унисон со мной. И от этого у меня потом сейчас я ткну. И от этого у меня скапливается такое какое-то напряжение. И если я это не оттренирую, если я там себя не ушатаю, то оно возрастает, и я становлюсь агрессивной. И поэтому я люблю тренировки. Это складывается с работы, дело временами. Ой, подвисайте, подвисайте. Что говорите? Я так тоже делаю. Когда много агрессии нарастает, я тогда в спортзале выбрасываю это все. До изнеможения, когда себя прям доведешь, хорошо становится. Вот. Обнуление. Суперское состояние. Ну, и потом... это надо до второго дыхания дойти. Ага. Потому что Тогда выброс идет эмоциональный. Угу. На второй сессии вроде бы вы говорили, что это будет помогать до поры до времени, а потом я могу перегореть. Это ненадолго, да? Потому что я не знаю, чем я потом буду еще выпускать весь этот свой пар, все свое напряжение. Потому что ничего больше так не штырит, как тренировки. Тренировки, они вот для меня... Если тебе это нравится, ты... Если тебе это нравится, то этим занимайся. Очень нравится. Это отдушина, потому что после тренировки меня так уже не особо волнует, что я там не дошла до своей кондиции.
когда хотела это очень. Да. А если потом меня не будут вставлять тренировки, я потом я не знаю, как я буду жить дальше. Ты потом что-нибудь другое еще найдешь. Так что не переживай, наслаждайся тем, что есть сейчас. Что будет потом, это будет потом, сейчас это тебя не должно интересовать. То есть решать вопросы по мере их поступления? Это конструктивно, да. Потому что ты то, что ты можешь, на что ты можешь повлиять, ты можешь переживать. Если ты не можешь повлиять, то зачем переживать? Смысл? Ну да. А еще вы рассказывали про какой-то катарсис. Я бы хотела... Катарсис – это на индивидуальной сессии или на тренинге. Это когда через тело начинаешь это все выдавливать, просто происходит взрыв. Потому что то, что на расстоянии, оно тоже так взрывает, но когда есть доступ к телу, тогда это быстрее, оно просто выходит и все. Это вот который вы сегодня лечили людей? Это то, что сегодня в сторис было, да, это вот где после криков, там, оров, и оно, короче, быстро очень выгружает. О, вот этого я когда увидела, откровенно говоря, я очень сильно испугалась. Я думала, обалдею. И я к такому не готова. Я такая трусиха. Ну, это не так больно и не так страшно. Это кажется, это они кричат больше, чем им... Вот, в общем, они орут больше, чем там боли. Боли там чуть-чуть, они а орут, как будто сейчас умрут. Когда вы им продавливаете там уши, глаза выкалываете. Да-да. И особенно девушки хватаются за руки, я думаю, да. У меня сразу инстинкт самосохранения сохраняется. Ну, срабатывается, вот. И я это... Первым делом у меня сразу идет защита. Угу. И я не уверена, что я такое смогу сделать. Но когда вы рассказывали до этого про эти эмоции, про это обнуление, это очень сильно привлекло. Мне хочется вытряхнуть из головы. Это как созреешь, приходи. Или на тренинг приди, вот первого, второго, лучше этот декабря. Угу. Вот, поэтому вот оно так и выходит. Да, что-то пишут. Я даже не читаю. А это вы тоже потом? О, мои души заходят. Это, да. Это, это везде будет. Окей. А ко мне тоже девочки подходили потом и спрашивали, говорит, что это такое было, говорит. Они тоже все хотят попробовать, они тоже хотят кайфануть. Пусть стучатся, потом этот поработаем. Вот. Так что давай, наверное, с тобой завершим. Ты, если что, еще будем на связи. В общем, Сергей, купишь, хвастайся, ладно? Я посмотрю, что написал, я сейчас делаю репост. В общем, давай тогда. Берегите себя. Здоровья вам, вашей семье. Вы очень нужны людям. Спасибо. Все. Давайте пока-пока. Спокойной ночи. Мисс Диорта где? Вот она.